кто проснулся, тот сегодня под дождем, потому что дождь идет. Поэтому утро сегодня всем доброе, дождливое. Воскресенье. Воскресенье это такое. Воскресный день. Что там сегодня? Все прощения просят? Или что? Прощенное воскресенье, масленица. Я запутался, в каких главных новостях сегодняшнее утро нужно варьироваться. Главное, что снег сошел. И можно найти лучшее место для того, чтобы посрать. Поэтому пока вы ищете сами, мы уже все нашли. И молодцы, что проснулись. Молодцы, ребята.